Здравствуйте, друзья! Скоро у нас начнутся более-менее нормальные настоящие охоты. И для того, чтобы лайчонок не испугался выстрела, нужно его потихоньку к этому приучить. В данном случае у меня есть вот такой вот стартовый револьвер. Он не является огнестрельным оружием и используется для подачи сигнала выстрела в спортивных соревнованиях, чтобы люди, которые умеют бегать, начали бегать. Иди ко мне. Молодец, хорошо, хорошо себе. Молодец. Ну вот, друзья, таким образом будем приучать щенка к выстрелу, потому что если я выстрелю сразу с 12 калибра, вряд ли я больше его рядом увижу. Скорее всего, он испугается и убежит. Ну, на этом видео с тренировкой закончено. Всем удачи, друзья, до новых видео, пока.